Наш мир нам кажется большим, да, да, да. И вместе мы играем с ним, да, да, да. Мы будем песню напевать, да, да, да. И вместе с вами танцевать. Биби-знайки. Здравствуйте, ребята! Биби-знайки уже готовы. А вы, ребята? Тогда давайте запомним букву «З». А что это за буква? Она нам не знакома, она нам неизвестна, ведь новая она. Но мы ее запомним и повторим мы снова, что буквы алфавита мы знаем. На ура! Есть буква З, и вот она. Да! Запомним слово мы тогда. А! Это заяц? Да! И буква З! Ура! Нам очень нравится игра. Какие вы молодцы, Биби-знайки! Продолжим! Да! Есть буква З, и вот она. Да! Запомним слово мы тогда. А! Это заяц? Да! И буква З. Ура! Нам очень нравится игра. Теперь мы знаем букву, и нам она знакома. Теперь мы все запомним, как выглядит она. Мы маме все расскажем и повторим ей снова, что буквы алфавита мы знаем. На ура! Замечательно, Биби-знайки! Какие вы умницы! Теперь все малыши запомнят букву «З». Спасибо, Биби-знайки! И до новых встреч!